За прошедшие сутки со стороны украинских сил ОКО отмечено 3 нарушения режима прекращения огня. Со стороны населенного пункта Красногоровка и зенитной установкой был обстрелян населенный пункт Старомихайловка. В очередной раз обстрел производили с позиции 93-й отдельной механизированной бригады. Также обстрелу из стрелкового оружия БМП подверглись населенный пункт Зайцево и Жабичево. Используя договоренность о прекращении огня, украинские силовики продолжают активно передислоцировать личный состав военной техники вдоль линии разграничения. Так, в районе населенного пункта Роты, 15 км от линии соприкосновения сторон, установлено сосредоточение РСЗО 9К57 «Ураган». В районе населенного пункта Ивановка, 29 км от линии соприкосновения, отмечено 2 реактивных батарей РСЗО БМ-21 «Град». По данным нашей разведки, вооруженные силы Украины осуществляют перемещение своих подразделений вглубь буферной зоны, тем самым сокращая расстояние до переднего края. Проводят инженерное оборудование, позиции и ротацию подразделений. Украинской стороной по-прежнему не выполняются договоренности по отводу вооружений и военной техники, в частности ракетных систем залпового огня, которые должны быть отведены на расстояние 70 км от линии соприкосновения сторон. В очередной раз хочу призвать военно-политическое руководство Украины и командование вооруженных сил Украины отказаться от агрессивных намерений по отношению к Донецкой Народной Республике и приложить все усилия по урегулированию конфликта мирным путем.